На Ямале новый привозной случай кори. Заболевший накануне госпитализирован в Салехардскую окружную клиническую больницу. Как пишет пресс-служба губернатора, 27-летний мужчина не был привит против кори и имел контакт с больным до прибытия на Ямал. Сейчас состояние пациента стабильно. Он получает необходимое лечение и находится под наблюдением специалистов. О ситуации с заболеваемостью корью в Губкинском в комментарии врача-эпидемиолога Евгении Савченко. В Губкинском у нас случаев с корью не зарегистрировано. Напомню, что последние два случая кори у нас были зарегистрированы весной 2018 года. Были проведены дополнительные противоэпидемические мероприятия, было вакцинировано дополнительное количество лиц. Против кори это лица с числа контактных. Также у нас были вакцинированы и ревакцинированы люди, проживающих в общежитиях, в домах многоквартирного типа. И вот в данном году эта работа продолжается. Окружной департамент здравоохранения напоминает о важности своевременной вакцинации против кори. Во всех медицинских организациях имеется достаточное количество вакцины. Сделать прививку может любой желающий. Для этого нужно подойти к терапевту городской больницы для осмотра и направления в прививочный кабинет. Он работает в будние дни с 8 до 13 часов и с 14 до 17. В субботу с 8 до 12 часов.